Заходишь сюда, тут смотрите, какой натуралистичный портрет. Это фотовыставка «Кошки и порт». И здесь информация на каталанском, испанском и английском, говорящая о том, что когда-то кошки поселились в порту, было здесь 21 колония кошачья, потом приняли решение о контроле численности и, ну, очевидно, стерилизовали животных. Организация «Барселонские кошки и собаки», в общем, занялась этим вопросом. И вот они сейчас живут, довольные кошки. И вот вам фото. Видите, здесь отдыхают животные. Вот сидит на фоне. Вот еще. Вот это та рыжая кошка, очевидно. Вот так заглядывает. Это фотограф и активистка этого движения. Портрет в золоте. Это сидящий в доке порта. Вот так вот. Это смотрите, еще красота. Кошка на скале. А это композиция. Вот такая вот. Ну, какая серенькая. Ага. Мой друг. Какая сердитая. А, улыбка кошки. Написано. Это на английском есть ошибка там, ну ладно. Как на закат смотрит. Пристальный взгляд в море написано. Это трехцветка. Это вечерние тени. О, прелесть какая. А это одна и та же, по-моему. Как называется? В зимнем солнце. Во как. А вот там, очевидно, идет рассказ. Но это надо наушники или что есть, интересно. Ну вот, такие кошанцы. А вот еще прелесть. Нежность называется. Ну, какая серенькая, полосатенькая. На ступеньках. А это на фоне перед маяком. Так, это... Ой. Обалдеть. Это... чувство называется. Тень этой кошки называется. В момент времени, или как вовремя. Подходящий момент, вот так можно сказать. Так, вот эта киса. Прогулка по моему району называется. Так. Здесь тоже есть. О, какая черненькая с пятнышком.
Это как бы взгляд на судьбу называется. О как. Это ты имитация. О, какая облизывается. А, привет, друзья мои. А, семья на отдыхе. Черненькая. А, черный бархат называется. О, какая красивая. На каменном диване. А вот они тут кушают, вот их кормят, ухаживают. В общем, вот такие кошки. Ну, а текст – это благодарность кошек людям, которые о них заботятся. Вот. Мы не можем говорить, как вы, но мы можем вам сказать своим способом и сказать...